Родниковая вода полезна для здоровья. Согласитесь, многие из нас убеждены еще с детства, что это чистая правда. Однако врачи Молдовы спешат предупредить, если раньше родниковую воду можно было пить без вреда, сейчас ситуация сильно изменилась. В результате лабораторных анализов, проведенных в Кишиневском центре общественного здоровья, выяснилось, что за последние 10 лет качество воды в природных источниках Кишинева существенно ухудшилось. Вода загрязнена нитратами и бактериями. Из 42 источников, которые находятся в столице, только 2 могут дать воду, которая безопасна для здоровья и соответствует санитарным требованиям. Они оба находятся в парке сектора Рыжкановка, недалеко от городской больницы с Сфинтетреими. Многие родники, практически более 90%, не соответствуют по санитарно-химическим показателям и в основном превалирует превышение нитратов от 3 до 8 раз. Только в 2 родниках воду можно использовать для питья без того, чтобы без опаски для здоровья. Причина, разумеется, в мусоре. За кишиневскими родниками перестали ухаживать. К примеру, родник, расположенный вдоль шоссе Мунчешт, буквально завален бытовыми отходами. И это несмотря на то, что из городского бюджета ежегодно выделяют средства на его содержание. Проблема качества воды, ну, есть чиновнички де факто, но есть еще май маре. Проблема осигурării cu apă potabilă este și calității apei este mult mai gravă în Republică. Добавьте к этому заводы, которые сбрасывают отходы в городские водоемы, нерадивых кишиневцев, не следящих за чистотой, и получите плачевный результат. На вопрос о том, кому держать ответ за опасную для здоровья воду, которую пьют городские жители, мэрия отвечает так. Столичные родники поделены между Приморией и Ассоциацией зеленого хозяйства. Мэрия отвечает только за 16. За остальные несет ответственность ассоциация. Кстати, водоем с пресной водой на Мунчештах тоже находится на их балансе. Говорят, что денег на все не хватает. Но и тревогу никто не поднимает, официально заявляя кишиневцам об угрозе для их здоровья.